Не допустить проявления терроризма и экстремизма на территории Российской Федерации. Такую задачу перед правоохранительными органами поставил президент Владимир Путин. Это стало известно на подведении итогов работы люберецкой полиции за первый квартал 2017 года. Противостояние экстремизму и терроризму, противодействие запрещенным группировкам. Сейчас в центре внимания сотрудников правоохранительных органов именно эти вопросы. Так, за первые три месяца текущего года люберецкие полицейские выполнили совместные комплексные мероприятия, направленные на выявление личностей, которые подготавливают террористические акты. Руководителям подразделения в своей деятельности необходимо направить все усилия на обеспечение безопасности объектов особой важности, повышенной опасности, расположенных на территории обслуживания, а также укрепление антитеррористической безопасности собственных объектов и ужесточение пропускного режима. В таких нелегких условиях сотрудники правоохранительных органов выполняют и другие задачи. За первые три месяца текущего года зарегистрировано на 10% меньше преступлений общей уголовной направленности. В том числе по линии криминальной полиции всего зарегистрировано 513 преступлений, снижение на 12%. По линии охраны общественного порядка зарегистрировано 513 преступлений, снижение на 8%. Меньше совершено тяжких преступлений на 16%, особо тяжких преступлений на 11%. Также в первом квартале этого года сотрудниками правоохранительных органов отмечена тенденция снижения преступлений, совершенных против личности. Так, на 66% сократилось количество убийств, на 6% фактов причинения вреда здоровью. Кроме того, люберецкими полицейскими достигнуты определенные успехи в борьбе с кражами, в том числе из домов и дач. Вместе с тем определились направления, где оперативная обстановка остается напряженной. Больше совершено преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, с 2 до 5 в абсолютных цифрах. Изнасилование с 0 до 2. Возросло количество грабежей на 33%. Разбойных нападений на 28%. Нужно сказать, что за отчетный период также проводился анализ работы всех отделов полиции. Он показал, что некоторые из них действовали менее эффективно. Так, на территории обслуживания Ухтомского, Лыткаринского и Дзержинского отделов полиции совершено больше особо тяжких преступлений. На территории обслуживания Томилинского отдела этот показатель вырос на 50%. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.